Итак, вот вход в Балаклаву. Там где-то серебряный, золотой лежит, и мы находимся на инжире. Ну вот это вот жопа, вот этот камень, это жопа. Он расколот на две части, и поэтому называется жопа. А дальше инжир. А вообще это место все называется инжир, потому что здесь когда-то делали попытку выращивания инжира. Ну от засухи он так и не вырос. Вообще это заказник. Все это место относится к заказнику мыса Ая. Мы пойдем сейчас вот туда вот далеко, далеко на голый пляж. Ну, всегда там купаемся. Я вам покажу еще панораму вот с этого места. Сегодня пасмурно. Первый день. Сегодня всю ночь была гроза. Вот. И такие туманность над горами.